После череды страшных аварий, которые потрясли гродненцев осенью и в начале зимы, ГАИ усилила контроль на дорогах, особенно в отношении безопасности пассажиров. На протяжении недели сотрудники госавтоинспекции по всей области провели операцию «Пристегнись», чтобы выработать у людей привычку пользоваться ремнями безопасности и снизить риск при возможной аварии. Один из элементов пассивной безопасности, позволяющего значительно снизить уровень дорожно-транспортного травматизма, является использование предусмотренных конструкций автомобиля ремней безопасности, в том числе и пассажирами, находящимися на задних пассажирских сиденьях в легковых автомобилях, а также в маршрутных транспортных средствах. В связи с этим в период с 10 по 17 февраля на территории Гродненской области проходила операция «Пристегнись». Сотрудники ГАИ в эти дни более усиленно обращали внимание на факты игнорирования ремней безопасности. При всем кажущемся понимании о необходимости такой предосторожности, штрафников с каждым днем становилось все больше. К сожалению, далеко не все понимают необходимость такой меры безопасности. Только 60% водителей и пассажиров осознанно пристегиваются во время движения в автомобиле. К тому же, в последнее время жестче начали относиться и к непристегнутым пассажирам на задних сиденьях. Многих гродненцев интересует вопрос, кто должен платить штраф за непристегнутого пассажира. Ответ прост. Штраф в таком случае одновременно накладывается на водителя и пассажира. За время проведения операции к ответственности было привлечено более 1500 нарушителей. Около 30% из них – это пассажиры задних сидений. Напомню, что ответственность за неиспользование ремней безопасности предусмотрена Кодексом административных правонарушений Республики Беларусь, в соответствии с которым санкция статьи предусматривает штраф в размере до 1 базовой величины повторно в течение года после наложения административного взыскания от 2 до 5 базовых величин. Ремень безопасности – жизненная необходимость, и это не просто слова. Именно непристегнутые пассажиры чаще становятся жертвами аварий с трагическими последствиями. К сожалению, пристегиваться, особенно на задних сиденьях, люди еще не привыкли. Однако, как надеются сотрудники ГАИ, после подобных акций гродненцы ответственно отнесутся к более безопасному способу передвижения на своих автомобилях. Юлия Косила, Анатолий Бояринцев, Сергей Печерица. Новости Гродно+.